Мефодий Амбалов в автобусе ехал. Сердит был Мефодий и зол. На остановке Площадь Победы дедуля в автобус вошел. Слепой и глухой, в руках костыли, он еле стоит на ногах. Трех войн тот дедуля, был ветеран, вся грудь у него в орденах. Автобус качнуло. Пронзила внезапно Мефодия адская боль. То дедушка наш, нечаянно, конечно, поставил костыль на мозоль. Мефодий вскипел, как чайник с водой, завыл, завопил, заорал. И дедушке старому парень сказал такие простые слова. Если тебя пойдем бьем, морду я тебе набью, силикатным кирпичом я твой череп раскалю. Без котов я не был трусом и не буду никогда. Ты узнаешь, как силен старый русский ветеран. Не знал Мефодий, что у деда в костыле гранатомет, и теперь его запчасти замчет в аду. Не сам!